Ладно, Хиликвард можно было ставить, но что-то он как-то не сильно любит это дело использовать. Ладно. В итоге тут отводами занимается XMQ. Фейдбиан в это время спокойно фармит. В миде, кстати, прям вот хотят этого панга. Панг успели раскрутиться. Да, почти успевает, но все же его здесь втроем забрали и без проблем. Да как при этом смещая сюда, прожимает ультимейт. И, видимо, после того, как они забрали здесь героя, так они еще пытаются Вая поймать, который здесь сломал Вижен. Но, правда, сам отсюда может уже не уйти. Сакса бежит, Infernal Blade имеется, нужно догнать. Есть здесь отвайк, видим, и Шоугрейд. Но это не поможет ему здесь выжить. Дахак в итоге совершает серию убийств. Уже три фрага в распоряжении у хардлейнера команды Тундра. На данный момент... Пожалуйста, там красиво все разыграли. Пэш в миде. Продолжается агрессия. Все-таки разлетелся на Темпусе. И он подцепил Рубика на ультимейте. Найн. Говорит, на Тине. Еще и курьера не растерялся и прикончил у Скитера. Да, бросил бревно, забрал его. Тут у нас, кстати, Сакса, по-моему, заигрался. Темпларка, один мел, тычка, не хватает урона. Отступает отсюда дом. Видим в это время опять погоня Найна за Nothing to Save. Ну, все-таки за счет ультимейта здесь уже для панга действительно Тимбер становится страшным противником. В топе у нас все-таки доедают Саксу темпларкой. Догнал он его, забрал. Да как в это время, как видим, немножко смещается с верхней линии. Может быть, мид переместится опять, попытается вышку помочь забрать. В это время... Эверидж, Мидас, Энджойер у нас там выход на Аме. Аме же слетел, его рефракшн. Там же неплохо в него ходит урон. Тут три сейф, там такая бригада выехала спасать своего кэри. И тут сами Тундра убегают, но далеко не убежит Саксу. Тут еще подцепление на Аваладж. Уже прикончили Дума, там еще могут и в Дахака набросать урона. Подцепили еще и Снейкинга, его слэшбакла прикончил нафиг. Интересно, как у нас здесь ребята из ПСЖ вроде будут дальше. Да, ведь нет, пока нет. Что с тайной вышкой пытаются справиться. Прям очень так наглеет. О, порвались на Темпусе. Его задумали. Там же прилетел неплохой Аваланч, который спас по итогу там всю команду LGD. И там же Ама разворачивается. О, Тини. А Тини выбросил Джаггера. Джаггер нажимает Blade Fury. Не самая лучшая идея, когда в тебя бросают в темпларку. Было бы чуть больше урона. Можно было и погибнуть. Банк в итоге у нас покатился в Найна. И драка, которую так хорошо начали Тундра с хорошего... Почти там в мид ловить опять-таки Найна. Найна бит не работает. Лота с ультимейтом панга покатился. Контролирует у нас здесь Найна. Ну все, Темпларка уже бежит, помогает своему тиммейту, врывается. Мелк есть. Дальше дамидж продолжается. Хинквард Джаггернаут отправил просто на фарм, так сказать. Темпларки, Темпларка, еще немножко урона. Минус. Тимбер, замедление по Саксе. Саксы сюда, иди туда же. Отправляется в таверну. Ребята, заканчивается на тэп-ауте оттуда. Ну, в общем-то, да. 146-я серия увлекательной борьбы Скитера с лесными крипами. Пока что побеждают лесные крипы. Но Скитер выбежал, нажал Blade Fury. Хорошо нажал Blade Fury и ушел. Далеко ушел. Да. Куда ушел? Никуда ты не ушел. Первая смерть, кстати. Первая вообще какая-то вовлеченность в эту игру получается Джаггернаута. Его первая гибель. Думаю, здесь тоже остановили, забрали еще. И тут, как мы видим, будут толковать, что нужно делать Найну. Найна тоже отсюда не отпустят и забирают. И Темпларка продолжает погоню за Рубиком. Дабл. Чуть лишний раз парится, поэтому вот играет Скитер, как ты говоришь, душой с Мидасом. Ну, что самое страшное, что когда погиб, еще и Мидас не заюзал, у него было не в кулдауне все это время. Это эх, все, да? все. О, это вообще ужас. Конечно, да. Я бы сказал. Ну, тут у нас драка сейчас пошла, сражается против Дума. Дума у нас как-нибудь здесь забирает. Дальше еще и XMQ здесь погибает в ответ. Ну что же, Джаггернаут здесь все-таки подсобил. Да как тоже пришел, как мы видим, в свое время, помогает своей команде. БКБ нажимает, буквально еще тычка остается по Дахаку от Темпларки, но тут переключаются ребята на Тимберсол. Тимберсол тоже здесь урона получает достаточно много. По Зеслам все-таки он погибает. Еще и Джаггернаут отсюда никуда не отпустит. Джаггернаут тоже отправляется в таверну. Тем самым опять минус 4 в исполнении PSG LGD в размен всего лишь на одного героя, которого они потеряли. Так, ну здесь все понятно. Что у нас там в матче Secret против Spirit? Мне уже так. Будут ли у нас эти самые рандомизейшн? Не, ну там, смотри, Secret пока ведут 22 тысячи. Пока. Я его пик, да, у него пока что, Razer, Dawnbreaker, не самые лучшие герои в лейте. Так что я тут пока не увижу ГГ от команды Spirit, я ничего не буду заявлять.
Да, окей, ну, тут пока что все равно происходит избиение, честно говоря, мы здесь особо и зрелищности ничего не теряем, кроме того, что происходит с оппонентами, там, кстати, у нас... А кто это в урну выложил на базе у команды Тундра? Ой, это просто забавно, я, честно говоря, не знаю, чья это урна. Ну да ладно, тут в принципе сейчас уже ГГ пишут, Темплар погибает, он тоже погибнет, но урна на базе команды Тундра, это конечно очень интересно, по-моему кто-то из игроков команды...